Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Тема нашего урока – умножение на 1. Давайте решим данные примеры. Нам нужно 14 умножить на 3. По 14 берем 3 раза. 14 плюс 14 равно 28. 28 плюс 14 равно 42. 25 умножаем на 2. По 25 берем 2 раза. 25 плюс 25 равно 50. 15 умножаем на 4. По 15 берем 4 раза. 15 плюс 15 равно 30. Плюс 15 равно 45. И еще плюс 15 равно 60. Первый множитель каждого произведения показывает, какое число повторяется слагаемым. Второе число показывает, сколько раз повторяется. А вот если у нас есть 14 умножить на 1. Можно ли заменить умножение сложением примеров, в примерах данных? 14 по 14 берем один раз. То есть складывая число 14 нам нище. И 14 получится. 10 умножаем на 1. По 10 берем один раз. Получается 10. 45 умножить на 1. По 45 берем один раз. Получается 45. В математике есть особые правила умножения любого числа на 1 и на 0. Мы будем сегодня говорить о правилах умножения на 1. При умножении любого числа на 1 получается то число, которое умножали. То есть какое бы число мы ни умножили на 1, всегда будет получаться то же самое число. Давайте потренируемся в решении примеров. Сначала мы выполняем 10 в скобках. 70 минус 69 равно 1. Умножаем на 36, получается 36. 1 умножаем на 99, ну здесь мы переставляем множитель, но правило сохраняется тем же, получается 99. В этом примере мы сначала будем выполнять умножение. 1 умножить на 16 равно 16, и 32 минус 16 равно 16. Если вам понравилось видео, смотрите остальные видеоуроки на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под